Друзья, приветствую вас в нашем пространстве покоя, радости, присутствия, музыки, тишины и полета.
almost blue, almost doing things we used to do. There's a girl here and she's almost you, almost all the things that you promised with your eyes I see in hers too. Now your eyes are red from crying. Oh, flirting with this disaster became me. It named me as a fool who only aimed to be almost blue. Almost touching it will almost do. There's a part of me that's always true, always. All the things that you promised with your eyes I see in yours too. Now from crying, almost you, almost me, almost blue. Первое сообщение, переданное способом Морзе в 1844 году, содержало текст «Дивные дела Твои, Господи». Thank you.
Я жил на грани безумия, желая познать причины, стучался в дверь. Она открылась. Я стучал изнутри. Я понял, красота исторгается из источника. Шум ключевой воды в ушах и в моем внутреннем бытии. Ветви деревьев вздымаются и опадают, подобно экстатическим рукам тех, кто предался мистической жизни. Листья переговариваются, как поэты, творящие свежие метафоры. Нужно помириться с отцом, с изысканностью узоров, и все, что нас окружает, наполнится ощущением близости. Поскольку я влюблен в это, я никогда не скучаю. Когда ты движешься вокруг Сатурна, ты становишься небесами. Когда ты движешься вокруг копии, ты становишься рубином. Когда ты движешься вокруг друзей Бога, ты становишься подлинным человеком. Когда ты движешься вокруг души всех душ, ты становишься вечным сокровищем. И за пределами представлений о правильных и неправильных действиях есть поле. Я встречу тебя там. Я искал, но не мог найти тебя. Я громко звал тебя, стоя на минарете. Я звонил храмовый колокол с восходом и закатом солнца. Я купался в водах Ганги, и все напрасно. Я вернулся из Каабы разочарованным. Я искал тебя на земле. Я искал тебя на небесах. И, наконец, я нашел тебя, спрятанным подобно жемчужине в раковине моего сердца. Ты есть собственная тень. Погибни же в лучах солнца. Как долго ты будешь смотреть на собственную тень? Взгляни же на его свет. Погибни и родись вновь. Руми.
Никакая встреча во внешнем мире не заменит встречи с самим собой. Истинная встреча с любимым происходит только внутри себя, в тех сквозных далях, где нет ни частей, ни половины, одно неделимое целое. Мы не половинки, которые должны разыскать во внешнем мире свою другую половинку. Мы целостны, и только осознав свою целостность, мы можем открыть дали и позвать в них любимого. Тогда нам есть что дать ему. Тогда мы приготовили общий дом-храм, внутренний простор. Зинаида Миркина. Если бы стих сложился, если бы год задался, если бы меньше фальши, если бы свет включился, если бы ты остался, если бы все как раньше, если бы все как раньше. Только бы мы сумели.